Прикольно получилось. Всем привет, ребята! Вчерашний лизун был действительно очень токсичный. И он сильно высушил кожу на моих руках. Но я их спас при помощи крема. Ну а сегодня я решил отдохнуть от лизунов и сделать керамбит. А вот делать я буду его из пластилина Play-Doh. Но это, конечно, не совсем пластилин. Это больше соленое тесто. Пахнет оно вкусно, но на вкус не очень. Ну что, как вы думаете, получится у меня чего-нибудь сегодня? Или не получится? Для начала мне нужен шаблон. В интернете их огромное количество. Я нашел подходящий и отредактировал его в фотошопе. И распечатал на принтере. А вот теперь этот нож-керамбит нужно вырезать аккуратненько по контуру. Готово! Затем нужно взять любой кусок картона по размеру ножа. И маркер. Вот теперь я этот шаблон обведу аккуратненько по контуру. Ребята, многие из вас пишут в комментариях «давай Майнкрафт», другие пишут «давай Counter-Strike». И вот у меня складывается ощущение, что те, кто играет в Counter-Strike, в Майнкрафт не играют. И наоборот. И мне вот стало интересно, а есть ли такие люди, которые играют и в Майнкрафт, и в Counter-Strike? Если вы один из них, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Мне очень интересно. Готово. Ну вот теперь нужно вырезать керамбит из картона. Прикольная рукоятка получилась, удобненько. Теперь лезвие нужно обрезать. И дырочку. Стоп, отверстие. Все! А вот теперь я взял Play-Doh, но его нужно будет размять и причем равномерно по размеру самого керамбита. Но как? И вот тут на помощь ко мне приходит оружие домохозяек. Теперь нужно этой скалочкой раскатать Play-Doh. Все правильно, это ж тесто. И сейчас я размещу картонный керамбит и аккуратненько вырежу его ножичком. Аккуратненько. Главное ничего себе не порезать, как обычно. И кружочек тоже. Ну что, давайте вытаскивать. Ребята, он реально похож, но он очень гибкий. Таким гибким керамбитом только можно пощечины ставить. Чтобы он затвердел, его нужно высушить или испечь. Давайте-ка я пока положу его на противень. Ребята, кстати, ложить неправильно, правильно класть. А почему? Кто знает? Слово-то ведь ложить есть. Так, теперь мне нужно сделать накладку на рукоятку. У меня есть еще Play-Doh синий и зеленый. Зеленый и синий. Блин, они мне оба нравятся. А вам как больше нравится? Ну ладно, давайте будем считать, что рукоятка будет синяя. Приложу и обрежу по контуру. Готово. Прикольно получилось. Сейчас немножко приплюсну с одного края и вторую тоже вырежу. Готово. Вот теперь вот эти накладки тоже нужно разместить на противне и запечь. Ну что, первый пошел? Да, самое интересное, на сколько градусов ставить, сколько по времени, я не знаю, ребят. Давайте попробуем на 200 градусов и на 10 минут. Я поставлю и посмотрю, чего из этого выйдет. Ну вот, 10 минут уже прошло, и он слегка припух. Но все еще мягкий. И еще минут на 20 оставлю. Блин, ребята, он распух и подгорел. Не, ну а так он, конечно, прикольный. Кому тоже нравится, жмите лайк. Ребята, я тут вырезал еще один керамбит и для сравнения с этим опухшим парнем. О, а давайте я этот просто положу на подоконник и пускай он там сам высохнет. Ну а через несколько дней посмотрим, чего там с ним произошло. Кому тоже интересно, что получится, пишите в комментариях. Керамбит, засохни! Да, рукоятку тут не приклеить. Она слишком получилась толстая. Точнее, пухлая. Блин, он хрустнул. Как так? Как так, блин? Теперь тебя не склеить ничем. Я с тобой даже вообще не поигрался-то, а? О, а он какой-то пустотелый внутри. Он, конечно, больше похож на печеньку или на пирожок. Ну так, сейчас я его в руку зажму, и никто не заметит, что я его сломал. Да с ним хорошо от гопников отбиваться. Шасявки, это я, Пашка, с коржиком. Ребята, если вам понравилось это видео, нажмите лайк и давайте наберем 20 тысяч лайков, и тогда я пойду снимать видео про то, как сделать керамбит из желе. Договорились? Да, но как его сделать из желе, я пока не знаю, но думаю, будет прикольно. Ну а на этом сегодня все. Подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали, и обязательно нажмите колокольчик, чтобы знать, когда выйдет новый видос, и посмотреть его самым первым. Всем хорошего дня и до завтра. Интересно, а этот керамбит вкусный? А?